В этом году мероприятие впервые пройдет в статусе федерального промышленно-энергетического форума. Об этом рассказал на августовской пресс-конференции губернатор Александр Мор. Также впервые в форуме примет участие Тюменский нефтегазовый кластер. Он объединяет более 70 предприятий из разных регионов страны. Главная цель проекта – обеспечение технологического суверенитета в нефтегазовой сфере. Форум же станет площадкой для прямого контакта между предприятиями. Кластер, как объединение компаний и предприятий, которые производят конечный продукт, это партнер для нефтегазовых компаний в решении технологических вызовов, которые перед ними стоят. Поэтому суть работы простая. Компания формулирует вызов. Мы помогаем этот вызов, что называется, разложить на детали, сертифицировать и создать конечный продукт, который будет по своим техническим характеристикам и экономической составляющей выгоден для заказчика.